Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Николая Платоновича Горева расположен в центре европейской части России в городе Саранске, который является столицей Республики Мордовия. Университет входит в число крупнейших вузов России. За 82 года он значительно укрепил свои позиции в составе университетов страны. Сегодня Мордовский университет – один из ведущих вузов, динамично развивающийся образовательный, научный и культурный центр России. Преимущество Мордовского университета – широкий спектр выбора естественно-научных, инженерных и гуманитарных направлений подготовки и специальностей. Важно, что наши студенты всегда имеют возможность одновременно с освоением основной образовательной программы получить второе высшее образование. В университете реализуются все возможные уровни профессионального образования – среднее профессиональное и высшее, бакалавриат, магистратура, специалитет, подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре и ординатуре. По многим научным специальностям предоставляется возможность продолжить научно-исследовательскую деятельность в докторантуре. Значительно расширяют сферу образовательных услуг, программы дополнительного образования, повышение квалификации и переподготовка кадров. Системно осуществляется подготовка к поступлению в ВУЗ абитуриентов. Университет располагает широкими возможностями реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Сотрудникам и студентам предоставлен доступ к электронным библиотечным системам, к полнотекстовым и библиографическим базам данных научной периодики. Мордовский университет включает 11 факультетов, 7 институтов и 2 филиала. В настоящее время в ВУЗе получают образование свыше 22 тысяч студентов. В 2010 году решением правительства Российской Федерации университету присвоена категория «Национальный исследовательский университет», что свидетельствует о высоком уровне научной, образовательной и культурной деятельности нашего ВУЗа. Таким статусом в России обладают лишь 29 университетов. Научно-исследовательская деятельность осуществляется в рамках 22 отраслей науки и техники. Исследования ведутся по 7 из 8 приоритетных направлений развития науки, технологий и техники Российской Федерации. Университетом реализуются крупные проекты для предприятий реального сектора экономики, включая проект по созданию высокотехнологичного производства полупроводниковых приборов нового поколения на основе технологии изготовления структур кремния на молибдене. Значимые проекты выполняются в партнерстве с иностранными образовательными и научными центрами. Один из них – разработка нанокомпозитных мультифероидных структур для электроники и спинтроники. Университет является членом Международной ассоциированной лаборатории ЛИКС, в которой задействовано более 30 институтов и университетов из Франции, США, Японии и других стран. Созданы современные лаборатории с новейшим оборудованием. Организуются стажировки и обучение наших преподавателей и студентов в ведущих международных и российских научных центрах. В 2013 году в Мордовском университете открылась первая в России лаборатория для проведения исследований тонкопленочных покрытий, нанесенных по технологии атомно-слоевого осаждения. Мордовский государственный университет имени Николая Платоновича Горева является ключевым резидентом технопарка «Мордовия», участником 8 технологических платформ и служит базовой научной площадкой для реализации проектов в рамках территориального кластера «Энергоэффективная светотехника. Интеллектуальные системы управления освещением». В университете успешно функционируют 20 научно-образовательных центров, 4 центра коллективного пользования, 47 научно-исследовательских лабораторий и центров, центр трансфера технологий. Создано 18 малых инновационных предприятий, среди них резиденты инновационного центра «Сколково». Особая миссия университета – сохранение и развитие мордовской культуры. При ВУЗе действует научный центр финно-угроведения, создан информационный ресурсный центр наследия финно-угорских народов. В Мордовском университете на благо образования и науки трудится более 2000 человек.
Ученые с мировым именем возглавляют крупные научно-педагогические школы. Университет активно сотрудничает с Российской академией наук и другими государственными академиями. Усиливается интеграция с ведущими исследовательскими центрами и научными школами России. Расширяется сотрудничество с университетами Великобритании, Франции, Германии, США, Финляндии, Швеции, Китая и ряда других стран мира через выполнение совместных проектов и программ. Последние годы все больше иностранных граждан получают высшее образование европейского уровня в нашем вузе. В университете обучаются студенты со всей России, а также иностранные студенты из 30 стран мира. Активно обновляется материально-техническая база университета. В распоряжении студентов 29 учебных корпусов, 3 спортивно-оздоровительных комплекса, 2 лыжные базы, университетский плавательный бассейн, дворец культуры и искусств. Студенческий городок располагает 14 современными общежитиями, в которых проживают более 6000 студентов. Много внимания в вузе уделяется спорту и физической культуре студентов. Среди выпускников и студентов вуза – олимпийские чемпионы, победители и призеры международных спортивных соревнований. Студенты имеют возможность развивать свои таланты в творческих студиях Дворца культуры и искусств университета и различных студенческих клубах. За 82 года в Мордовском государственном университете подготовлено более 150 тысяч специалистов. По этому показателю наш университет считают крупнейшим вузом Поволжья, а Саранск – университетским городом. Ведь каждый десятый его житель учится или работает в МГУ имени Огарева.